Цепь у нас есть. Постель, ну, есть только что. Вот это Ляля. Свечичка, пальто, ботинки. Элли. Там елка вот. Столик, книжка. Зай, ты же говорила, что ты будешь это сказку рассказывать. Садись, сказку рассказывай. Значит, вот это. Еще. Да, ты показала. Угу, да. Садись. Все. Начал, я уже закончила тату, у тебя сказку. Угу. Желательно корова. Она может корова и сняться демона. Демон хочет украсть корову, а демона никак не поймать корову. Но демон что-то задумал. И корова увидела демона, и демон забежал корове Фост. И как демона, и пошел демон с коровой тьму. И демон посадил корову в тьму. И демон сказал, больше коровы так не делай. Демон ушел, а корова осталась одна. И корова демона закричала корова. Помогите, мои друзья, помогите, мои друзья. И коровы все побежали и спасти свою маленькую Лялю. Но пришел какой-то гинч соматолога. Но он гинч не отвечал, потому что коробы были счастливой. Но потом пришел какой-то обидчик и накачал коробу. Но потом пришел зайчик и схватил корову. И зайчик побежал с коробой, но потом книжка лиса побежала. Лиса. И ну потом пришел какой-то папа и накричал на овечку. На какой-то... Нет, тигр пришел и схватил зайчика тигр и побежал смывать с голову. Но потом это осунулось. Это была лампа какая-то настоящая. Но здесь пришел кошок, лампа, две. Но пришла какая-то суматолка. Страшная. И схватила колову, и суматок закла колову тюму. Но потом вы точно знаете, что колова и гинча не бывает. У нас закрыт дверь, закрытое окно. И еще папа охраняет тюму. И папа нас любит с Маркой. Как вы это знаете? Вы не запомнили это. Типа вы вас любите. А вы посчитаем до сети. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 и 8. Ну, на 7-то лапа 9. И он ушел с закрытыми глазами. И лампа сказала, а что такое? И лампа сказала, а почему? Почему лампа сказала? И вдруг писал гинч, схватил лампу и закрыл ему гинча дома. Но потом колоба закричала детям, на что гинч закрыл свою колобу гинча. Но один пришел гинча собачка и схватил собачка гинча. И привязал собачка его гинча. И собачка его сделала тюму, и гинч попал собачка его тюму. И собачка его спасла колобу. Вот и конец. А кто слушал, молодец.